отношусь. Она все-таки к нам испытывает уважение к России, поэтому я к ней с уважением отношусь. Жаль, что она уйдет. Она старается, чтобы вот какие-то договоры заключали, мирные, все старается. Так что. А еще она свободно говорит по-русски? Не слышала. Да. Это очень хорошо, это очень хорошо. Поэтому... Ну да. Дай Бог ей здоровья, что я могу пожелать. А кто преемник ее, пусть тоже будет такой же позитивный, настроенный на мир. Самое главное на мир. И Меркель была и добродушной, и жесткой. Политики должны быть жесткие люди, поэтому тут доброта ничего не сделает. А жесткость, вот, сказал, сделал. Лишь бы преемник ее был нормальный, такой же. Все-таки она продержалась 16 лет. 16 лет? Да, да, это большой срок. Не хухры-мухры, да? Ну, конечно. А немецкий вы знаете? Ну, учили? Так, чуть-чуть, да. Answeit, drei, vier, вот это. А Фидерзе это по-немецкому там, по-моему. До свидания что-то, наверное. Фидерзе. Правильно, да. До свидания. А утро, то ли Гутен Морген. Гутен Морген, да. Да, утро, да. Да, да, ну, да, 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 да.